Привет, друзья! В Иране прошли традиционные парады в честь Дня Армии. Главный из них был в Тегеране. Парад проводят ежегодно, но этот парад прошел без пеших колонн, только военная техника и авиация. Военный парад в Тегеране прошел в присутствии президента Ирана Ибрагима Раиси. На параде было показано множество техники. Показываем подборку показанных на параде дронов Ирана. Среди них были БПЛА Абибел-4 и БПЛА Абибел-5, дрон Камикадзе Араш, БПЛА Коман-12 и БПЛА Коман-22, дрон Камикадзе Амид, БПЛА Махаджер-4 и БПЛА Махаджер-4Б. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.